Скажите-ка мне, раздолбай, а что вы знаете о вине? In vino veritas. Истина в вине. Настенька? Оно очень вкусное. Гениально! Но если вы любите вино, не забывайте и про штопор, иначе приятное времяпрепровождение окажется занимательным квестом, который мы сейчас и проделаем. Приступайте! Вторым по популярности способом открывания бутылки, естественно, после штопора, является ударение ее об стол. Я за более цивилизованные способы. Например, попробовать открыть ножом. Пробуй. Итак, оборачиваем низ бутылки полотенцем и бьем об стол, стараясь вытолкать пробку. Может, от пол лучше. А я пробую открыть ножом, вкручивая его как штопор. Этот способ не рекомендуется тем, у кого снизу живут очень нервные соседи. Что-то не очень получается-то. Если постепенно расковыривать, то, может быть, что-нибудь и получится. Та-да-дам! Упс. Можно было и саблей горлышко отрубить. Кусок стекла все равно отлетел. Итак, протолкнуть пробку внутрь бутылки с помощью ножа, карандаша, либо другого предмета возможно. Также существует еще третий метод открывания бутылки без штопора. Дай мне секундочку, мне нужно подготовиться. Интересно, что это за способ? Можно ли его показывать в телеэфире в вечернее время? Что ты делаешь? Хотел сэффектничать, но не получилось. Многие умельцы способны выбить пробку с помощью руки следующими движениями. Но, повторюсь, в нашем случае, исходя из конфигурации горлышка, это сделать невозможно. Игорь, ну я считаю, что самый лучший и менее травматичный способ – это обычный штопор. Дело говорит. Я согласен. Пробуйте открывать напитки штопором, а еще лучше помните, алкоголь вреден для вашего здоровья.